Так, мы у нас похолодало, так что кто спросит, почему Амиран в шапке, прохладненько. Ну не то чтобы прям холодно, но прохладно. Мама, мы сейчас пришли. Говори. Тень. Да, тень. Здесь прохладно, да. Мы пришли в парк наш, один из любимых. Здесь такая музыка успокаивающая, релакс. Смотрите, сколько тюльпанов. Нет, Амиран, мы идем сейчас по очень важному делу. А потом пойдем на горку. Мы пойдем... Ой, я уже... Сейчас, подожди, мы кое-куда сходим и пойдем на горку. Пойдем, пойдем. А? Говорит, мне это неинтересно. Это интересно всем, поверь, тебе тоже. Мы сейчас пойдем, увидим новую горку. Ты сейчас увидишь. И не только горку, а вам я хочу показать кое-что другое. Идем. Мама. Да. Не только увидишь все. Машиночки. Кстати, у нас сегодня возле дома красили. Мама. Забор, что? Футболку. Снять шапку? Ну, давайте снимем. Мама, Вообще. На солнышке, да, мама. Тепло. Мам, да. Ну, я не знаю, она это или нет. Мама. Колесо громадное. Оно, к сожалению, не работает, Амиран. Мне кажется, это здесь должно быть. Нора на этой пантере верхом фотографировалась, Амиран. Залезла туда и фотографировалась. Ну как, а вот так, обходи люк. Мама. А? Она так, это полгодится так. Лужу обходи. Тут уже все эти кафе работают. Пойдем, пойдем, не переживай. Сейчас найдем, Амиран. Да, мы сами не знали. Я думала, мама, это миндальное дерево. Ты иди посмотри, там цветет цветок. Мастер попросил. Мама. Она позже всех зацвела. Мама, теплая кожа. Сейчас увидишь. На ретро тоже вас мама, видеть. Сколько тебе? Сейчас увидишь, вы, Амиран. Вы посадкой занимаетесь? Разведением? Деревьями. Поливаем. Что надо? Мам, мы туда идем? Мама. А Нора очень любила вот этот домик. Она здесь все время лазила. Сейчас она, наверное, не работает. Может и работает, не знаю. Амиран, хочешь покататься на лавочке? Сейчас мы дойдем. Наверное, здесь.
Мама, это что? Да, Миранчик. Творог здесь много, Амиран, но они, к сожалению, не работают. Да? Сюда. Мы зашли увидеть единственную в Украине, но в Харькове-то уж точно, но, возможно, и в Украине. Сейчас увидите, что. Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Сейчас все увидишь. Подождите. Она сказала, видно будет. Видно будет? Да. Мама. Ну, тепло. Мама. Мы, наверное, прошли уже. Да мы не могли пройти. Это вот здесь. Да. Вот она, боже. Это на весь Харьков, на всю Украину, по-моему. Нет, на Харьков, она сказала. Да? Да. Мама. Это желтая магнолия, представляете? Акция «Посади дерево». Оце посадила семья... Цимбалюк. Цимбалюк, вот. Видите? Они, видишь, вот выделили вот. Редкий окрас выбрали. Ну, они же его купили, это семья Цимбалюк. Конечно, правильно сделали. Запомнится все. Амиран, смотри, какое красивое дерево. Мама, горки. Горки? Мы сейчас пойдем на горки обязательно. Я их не вижу. Она зацвела. Мама. И уже отцветает. Вот перед тобой горки. Это так здорово, когда люди сажают вот так вот семьями деревья. Вот семья посадила эту красоту. И это такой аттракцион был. Но сейчас все аттракционы закрыты из-за войны, Амиран. Да. Что, Амиран? Ну, ты видишь, бабушка пока фотографирует? Мама. Да, зайка. Куда пойдем? Куда пойдем? А куда ты хочешь? Хочу на ту комнату. Ну, сейчас пойдем. Сейчас бабушка дофотографирует, и мы пойдем. Мы сняли, увидели. Очень красивое дерево. Пойдем. А на какую ты хочешь? А? Ты на свою любимую хочешь горку? Нет. На какую? На вторую, моя любимая. На ту вторую твою любимую пойдем? Нет. На какую? На старую твою? Нет, это... На новую? Да, на новую. Вон, смотри, какие висят пушки. Вон, вверху. Мама, ты чё? Нам же бабушку надо подождать. Мама, как мы сейчас пойдем? Нам надо бабушку подождать. Ждем бабушку. Здесь так птицы поют, вообще круто. Слышите? Валя там фотографирует. Где она? Ага, вон.
возле дерева. Видите? Там еще пришла женщина, говорит: о, ось тут це чудо Харкова жовте. Идем, идем, идем. Так надо до бабушки сказать. А? И мы ждем. Мама, я хочу на эту полку. Подождите, сейчас мне надо. Подождите меня. Сейчас идем, идем, идем. Идем на горку, идем. А. Там батуты? Там были батуты. Сейчас не работают амиранчик. Да, к сожалению, не работают. Их там. Их было там, там миллион десять. Да, миллион десять. А, 100 500. Мое любимое выражение. Да. Я надеюсь, оно вырастет большим и красивым, это дерево. Сейчас оно такое еще маленькое, но очень красивое, очень. Красота. Мама! А, идем. Идем, идем. А вот здесь, кстати, через выход я училась на переулке Фанинском в университете Сковороды. Что? Моя горка, сейчас увидишь. Надо бабушку дождаться. И ты увидишь горку. Давно я так не снимала. Камера в камере. Будет вам интересно, не будет? Расскажите потом. Сейчас увидишь. Я же снимаю без всяких штативов, без ничего. У меня есть только моя рука и больше ничего. Го. Бабушку надо подождать. Мы залезли в хижину Билли. Здесь такие препятствия, так интересно вообще. Нора здесь любила проводить, мы с ней ходили очень часто. Парк Горького, и она здесь буквально знала каждый закуток. Амиран, не бойся, я здесь тебя жду, не бойся. У Норы, конечно, здесь вообще знала все. Бегала, здесь всегда так много детей была. Иди спроси, как мальчика зовут. Тебя как зовут? Сева зовут. Сева зовут. Сейчас пойду искать Амирана. Амиран, ты где? Ты здесь? Тебе весело здесь, да? Я здесь, Амиран. Амиран, ты где? Амиран, я здесь. Да. Шнурок надо завязать, спускайся. Я на первом этаже. Конечно. Интересная такая локация. Я на нулевом. Так, а ну теперь остановись. Под звуки воздушной тревоги. Играем. Мама. 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 Идем сюда. Идем. Ему так интересно, но немного боязно. Норка вообще бесстрашная была, она ничего не боялась. Ну идем. Все, у мамы пролезет попа. Да, я тебе иду. Иди. Я пытаюсь. Где ты? Мам, выход где? Здесь еще вот сюда можно зайти. Посмотри, как тут круто. Залезай. Ты здесь еще не был? Ой, здесь можно играть.
Хорошо, я спускаюсь. Да, ты иди. Мама всегда с Амираном везде лазит. Ой, Амиран. А если я сейчас где-то застряну, тогда что? Ничего. Ничего, здесь и останешься, да? Нет. Ну там тебя Сева на первом этаже ждет. Так, а так что, нельзя слезть на первый этаж? Так я внутри дома. Мам, ну? Найди меня. Найди меня. Ты дома. Я тебя вижу. Как? Я на первом этаже, но я тебя вижу. Да, идем. Так ты идешь наверх, Амиран, а тебе надо вниз. Конечно, на первый этаж. Пошли. Да? А вот здесь вот ты можешь слезть? Здесь же есть лесенка? Есть. Ну там, наверное, Сева. Нет, она там не на... Она не... Ты где? Он убежал. А? Так, я так сползаю. Да? Будешь сползать так? Почему? Осторожно. Осторожно, осторожно. Она может там быть? Нет, здесь, наверное. Ну, были. Это были одну комнату проверили. Наверное. Вот здесь. Мама, идем. Давай. Иди. Проверь, проверь, давай. И скажешь мне, в эту комнатку загляни. Есть там Сева или нет? Давай. Иди сама. Да давай, Амиран, не бойся. Я не пролезу сквозь эти канаты. Нет, просто так. Да не, Амиран, я не хочу лезть. Мама, я держу твою куртку, сумку. Не-не-не. Так, сейчас лазим в этом домике. Тревога была минут 10 назад, я вам снимала. А потом сейчас как шарахнула. И где-то, ну где-то в черте города, оно же сразу слышно по звуку. Очень сильно. Я как раз с Рамазом разговаривала по телефону, и очень сильный взрыв. А он сразу, мы ж прям слышно было по телефону. И он говорит, вы где? Идите домой. Ну. Мы гуляем дальше. Знаете, я закрыла комментарии и под вчерашним вечерним видео, и под сегодняшним утренним. Под этим не знаю, закрою ли я комментарии, но люди просто озверели. То, что они пишут в последнее время, то, чего они желают, я не знаю, что происходит с людьми. Но не будем на это обращать внимание, просто комментарии закрыла и все. Тем более сегодня Страстная Пятница, сегодня вообще такой, это очень большой грех говорить и желать людям того, что они писали. Это все, знаете, каждому воздастся по делам его и на совести каждого. Амиран, помаши ручкой. И на совести каждого все, что он говорит, что он мыслит, тем более еще пост сейчас. Как вообще можно такое говорить, мыслить, желать детям смерти? Я не знаю, что пишут. Ладно, не будем обращать внимания. Белка. Белок тут много.
Там он еще вторую люди обнаружили, белку. А мне, кстати, говорили работники парка, что здесь белок больше с этой стороны. Побежала. Там он еще вторую нашли. Опять воздушная тревога у нас началась. Или что это? Это непонятно. Это непонятный звук. Давай, заходи. Мама. Да, красивая. Ира общается с рыбками. Вообще-то мы в туалет пришли. Это что? Рыбка. Мальцы? Да, мы здесь такие красивые. Красивые туалеты с аквариумами огромными в парке. Там еще это. Да? Амиран, ладно, идем. Мама. Да, в туалет пришел, они рассматривать. Идем. Мама. Идем. Мама. Да? После двух плиток буду мазать. В общем, снимала. Видео, потом Амиран зашел в туалет. И мы разбили бутылку с водой. Прямо на кафель. Посреди туалета она разлетелась на куски. Такая у нас была бутылка от Боржоми. Ну, с Боржоми. В общем, это все разбилось, разлетелось. Я пошла, позвала уборщицу, говорю, извините, мы разбили бутылку, уберите, пожалуйста. Она такая, нет, ничего страшного, все хорошо. Ну вот, слава богу, когда бывают такие люди. Я понимаю, да, это их работа, но все равно. Бывают люди как-то добрые в этой сфере, бывают. Здесь золотые люди работают в парке Горького. Не всегда все помогут, подскажут. Сейчас кто-то напишет, они деньги за это получают, да. Но все же есть ворчливые, ворчуны, вот работающие на своих нелюбимых работах. А здесь все люди на своих чувствуют себя в своей тарелке, как рыба в воде, потому что они ходят на любимую работу, им здесь очень нравится. Поэтому у них всегда хорошее настроение, и никогда в жизни плохого слова не скажут, и это огромный плюс. Потому что даже Амиран испугался, когда мы эту бутылку разбили.